Представляю вашему вниманию канал «Сибирский лов». Канал, посвященный рыбалке и туризму. А также вязание мух в прямом эфире, разговоры о рыбалке и многое-многое другое. Ссылку на канал вы найдете в описании к данному видео. Привет, ребята! С вами снова Серега Сибиряк. Сегодня я в тайге. Сегодня у нас понедельник. И мы, как всегда, вчера проспали отличную погоду. Вчера было солнце, а сегодня капает дождик. Но все же мы отправились с супругой в тайгу за очередной порцией опят. Вот, опята тащат, опят много, но их надо искать. То есть уходить надо дальше, потому что все, что недалеко от дороги, все вытоптано. В общем, сегодня вторая серия. Говорится, вот опять пошел дождь. И это печально, потому что приходится опять прятать камеру. И как дождевика на мне нету и так далее. В общем, ребят, сегодня продолжение серии про опята. Вот, мы в тайге, мы ищем пень своей мечты. Надеюсь, найдем. Хочется набрать прям побольше, а лучше желательно мешок. Ой-ой-ой, все, пошел дождь, прячу камеру. Дождь, собака. Прямо залил. О, такое место. Прикольное. Что тут у нас интересного есть? Дупло чье-то. Такое интересное место. Шикарное. В общем, попадается так вот. Штук по 5, по 10. Уже такие раскрывшиеся уже. Вроде уже как пол ведерка уже есть. Уже хорошо. Уже домой без опят не пойдем. Вот очень много вот пеньков, вот старые, тут орезал, нас опередили. А вот бывает вот остатки, вот так вот, раз, есть гриб, раз, есть гриб. Вот еще один, вот так вот, чик на жареху и насобираем себе. Вот там еще один, сейчас обрежу их, ножки. Вон еще один обгрызанный обгрызок. Как ветер дунет с елки. Вот они, красавчики. Маленькие, молоденькие. Опа. Вот тут тоже тмаев. Ну да. Нормально, уже почти ведро. Ну. Видишь как. Надо было с дачи сюда ехать. Да надо было, что-то я думал, там никого, а там тоже народу много было. Видишь, не угадаешь. Капец. Ну, хоть изгаляться. Лезть в кусты. Зато молоденькие, смотрим. Ну, они прям хорошенькие, свеженькие. О, отлично. Чё? И вон куча их, смотри. Вон еще, да ё-моё, на каждом шагу. Сейчас накосим тут их. Нашел сейчас. Да. А? Да, да. Нашел вот сейчас ложный опенок. И вот в сравнении ложный и нормальный. Вот они. Шляпки у них разные. Этот чуть белее получается. Этот чуть краснее. И у нее точечки есть вот такие вот сверху. А это вообще прям гладкий. Вот нету. Вообще гладкий. А вот с этой стороны тоже отличие. Тут у него юбка есть. У этого нету, он гладкий. И вот эта задняя часть, видите, да, она отличается. Вот у этого она такая розовенькая, а у этого она такая, как, не знаю, синеватая какая-то, что ли. Вот. По запаху. Сейчас
запаху. Ну, это тут пахнет прям грибом, а этот что-то как непонятно, какой-то плесенью воняет. В общем, вот, в принципе, их видно сразу, они отличаются прям сильно. И у этого вот ножка прям вот такая вот, как у съедобного гриба. А у этого какая-то тонкая такая противная ножка. Хотя я ее тоже ножиком срезал, но он расщеперился. А у этого прям, видите, как он, структура ножки даже отличается. Как-то так. Этот выкинем, а этот съедим. Так, несмотря на дождь, ведро уже набрали. Как сейчас картошку в мешок пересыпем. Подожди. Ну ты капец. Что не сделаешь ради съемки, да? Ага. Ну все, собираем еще одну. Сейчас нашел вот такой пенечек. Вкусный. Хоть тут не сильно их много, но как бы приятнее, когда вот кучками растут они. Там еще кучка вон, вот она. Вот так-то сейчас буду потихонечку косить. Дождь, зараза, блин, усиливается. Как всегда везет. Дождь — это нечто просто. Я мокрый с меня, он течет уже все. Фу, я уже еще, считай, полпакета накосил. Ой, зараза, как везет, я говорю, на этот дождь. Сейчас вот эти срежу, ну и пойду туда чуть дальше. Тут они нормально попадаются, прям идешь прям друг за дружкой, косишь. Да, уже надо, наверное, это заканчивать потихонечку. Сейчас пенечек вот этот дорежу. Дождь не дает маленько покосить пяток. Я тут. Нашел вот такой, какая-то ловушка, наверное, на рябчика или на кого, не знаю. Петля вот такая и вот тонкая струна натянута. Вот еще одна. Как я понял, что они не заряжены. Дождь, зараза, вообще разошелся. Пойдем, ага, ведро почти добрали. Все, двигаем в сторону машины. Невозможно стало, мокрые уже, хоть выжимай. Вот еще один. Сейчас сорву по дороге. Жалко оставлять. Сейчас обрежу его. Зато опять мне-то. Че, нашла пень? Да? Давай. Ох, и вон сколько еще. Вон целая плантация. Вон их. Вот, давай вот эти вырежем. Вот, косим сейчас их и все. И мы дома. О, шикарно, шикарно. Все, сейчас забираем их и валим. Давай быстрее. Давай, держи. Нормально. Мешок есть. Мешок наберем сейчас. Вообще будет нормаляк. Хорошенький. Ну вот, видишь, удача. Удача нам улыбнулась. Да. Значит, мы не противные. Кто ищет, тот найдет. Говорится. Они тут еще сухие под елкой, вот мне нравится. Хорошие. Они не водянистые. Прям как на подбор. Гарри. Вот такие собирать приятно. Угу. Когда они компактненько так. Они еще чистенькие все. Так, я туда что, проберусь, нет? Штампованный.
Дай. Или ты там уже сам? Сейчас, да. Сейчас вот это заберу. Итак, ребят, все, короче, мы мокрые, накосили 3 ведра, короче, с этой поляны. Ну, в общей сложности. Все, двигаемся в сторону машины, потому что невозможно, камера мокрая, все, мы все мокрые, короче, все, набрали опять, нашли поляну вот эту. Все, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Серега Сибиряк. Всем пока. Блин, парни, это засада. Я еще нашел тут опять куча. Короче, я не знаю, надо бы сюда вернуться. Все, я побежал к машине. Невозможно, дождь идет.